поделитесь впечатлениями. Команда с легкостью победила. Как оцениваете игру? С легкостью это, возможно, кажется на сбоку. То есть сильная команда МКВ, очень сильная. Ну, переполняет эмоции. Мы в этом году выступили лучше, чем в прошлом. Задачу минимум, которую я ставил перед командой, войти в тройку, мы выполнили. Но аппетит приходит во время еды. Так что настраиваемся на полуфинал, ждем соперника. Как думаете, за счет чего удастся пройти в финал? Учитывая краткость турнира трехдневного, это характер, ну и мастерство, конечно. В первую очередь характер и физические кондиции. В целом, как оцениваете уровень своей команды на фоне остальных? Ну, опять же, повторяюсь, мы уже второй год подряд участвуем в всеукраинском финале, потому сделали выводы по прошлому году. Ну, я думаю, что пройдя вот этот этап, мы готовы для выхода в финал. Какие планы на будущее? Ну, у меня всегда мы действуем и живем поэтапно. Закончится турнир, выдохнем и будем развиваться, только развиваться. Есть шанс, что мы увидим вашу команду в первой лиге? Возможно.